У уйгурских школьников появится больше возможностей для развития в сфере информационных технологий. Скоро в округе откроются новые центры цифрового образования детей – IT-кубы. Уже в этом году они появятся в Нижневартовске, Ханты-Мансийске и Белоярском. Посещать их смогут дети от 7 до 18 лет. Ученики центров получат образование по перспективным направлениям IT-отрасли совершенно бесплатно. В IT-кубах будут проходить хакатоны, инженерные каникулы и олимпиады. Погружаться в цифровой мир ребятам помогут опытные специалисты и представители ведущих IT-компаний. В настоящее время в Югре уже открыт один такой центр. Он работает в Сургуте. Здесь дети посещают мастер-классы, изучают виртуальное игровое пространство и основы работы в графических редакторах.